16-летнего гражданина Казахстана в Польше застрелил охотник. Как сообщают местные СМИ, он принял его за кабана. Бывшего полицейского арестовали на 3 месяца. По польским законам этот вид преступления карается лишением свободы на срок до 8 лет. Полиция также задержала друга браконьера, который находился рядом в момент выстрела. Его обвиняют в неоказании своевременной помощи несовершеннолетнему пострадавшему и в попытке скрыть правду. Напомню, казахстанец учился в школе-интернате в Ключковице Оседле по международной программе. Трагедия произошла 2 ноября, когда студенты интерната находились в школьном саду. По словам друзей, которые были в тот момент с казахстанцем, они услышали приближающуюся машину, испугались и притаились за деревьями. Затем прозвучал выстрел, в результате которого подросток получил несовместимое с жизнью ранение. В посольстве Казахстана отметили, что находятся на связи с родными пострадавшего. Дипломаты обратились к польским властям с просьбой максимально тщательно провести расследование и наказать виновных. Сейчас дипломаты принимают меры по отправке тела погибшего на родину.